Когда мы создаем пробуждение снизу, желание получать тоже чувствует удары. Так в чем же отличие, сверху или снизу? Я понимаю, я согласен с тем, что он бьет с его ударами. Я поднимаюсь над этим. Что значит, я его сокращаю? Я не могу его сократить. Я делаю сокращение над ним. Это значит, что я не впечатляюсь им. Я хочу впечатляться больше свойством отдачи. Делаю массаж между нами. Когда я работаю с желанием получать не в соответствии с тем, как я себя ощущаю в нем, а тем, как я могу пользоваться им, чтобы ощущать эти явления в группе и в Творце. То есть он продолжает получать удары, но я уже себя не ассоциирую с ним. Да, пусть страдает. Моше должен радоваться тому, что его фараон, это его, получает удары. Потому что это дает ему возможность отключиться от него и убежать.